Активная работа по включению муниципальных объектов культурного наследия в единый госреестр наконец начата. В этом году историческая значимость 400 объектов Ивановской области будет зафиксирована официально. В Департаменте культуры этого момента ждали давно. Стимулом к такой деятельности стало поручение губернатора. Долгое время в регионе отказывались признавать выявленные объекты культурного наследия таковыми и оформлять соответствующие документы. Реставрационные работы и контроль за текущим состоянием памятников архитектуры обходятся недешево, однако еще дороже их восстанавливать. Наиболее ответственных задач сохранения культурного наследия подошли в Фурмановском и Вическом районах, Кохме. Менее всего этот вопрос волнует чиновников областного центра. Здания в стиле конструктивизма 30-х годов. Дома сталинского ампира, которые формируют облик центральных улиц, памятниками являются только на словах. На деле оберегать их от воздействия времени и вмешательства людей некому. Традиционный аутсайдер – город Иваново. До сих пор никаких предложений. Мы сформировали, конечно, предварительный перечень, но до настоящего времени проект распоряжения правительства Ивановской области о включении первых 18 объектов до сих пор не подписан.